Приветствую всех на своем канале. Сегодня кашпо пальма. Делаем металлическую конструкцию. Закидываем мы ее черновым слоем 2:1. Дальше начинаю лепить декор. Это видео сплошной эксперимент. Сначала я фантазировала и экспериментировала на тему фактуры пальм, а потом экспериментировала с покраской тех нафантазированных пальм. Кашпо получилось очень фактурированное, поэтому я его очень долго потом зачищала. Ну и как я говорила, дальше начинается сплошной эксперимент. Я беру грунт, добавляю в него черную краску и прохожусь этим черным грунтом местами. Далее я беру темно-коричневую краску и грунт, разбавленный с белой краской. Наношу белый грунт и местами наношу темно-коричневую краску. Далее кистью увлажняю место, где буду окрашивать поверхность. Беру рыжий цвет, коричневый и хаки. И хаотично все это дело наношу. И растушевываю все кисточкой. Мне это дело жутко не понравилось. Долго и упорно все это в фактуру не хотело никак заливаться. Поэтому я взяла пульверизатор, наносила воду пульверизатором, наносила хаотично краску и снова проходилась пульвиком. Тем самым у меня краска стекала, затекала в фактуру. Ну и вот таким образом я наносила основной слой на пальму. Пока конструкция высыхала от моих акварельных работ, я беру белую краску, хаки и коричневый и размешиваю, получаю кремовый цвет. Делаю им легкую тонировку по всему кашпо. Thank you.
Далее получившийся кремовый цвет я еще больше разбавляю белым. И снова делаю тонировку, но уже по выступающим, так скажем, поверхностям, там, где попадало а-ля солнце на эту пальму. По итогу получилось у меня вот такое вот кашпо. И несколько фоток напоследок еще одной пальмы.